Андреевский флаг военно-морского флота России, флаг Санкт-Петербурга. Флаги внести! Командующий военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Владимир Иванович Королёв. Добрый вечер, уважаемые товарищи, дорогие подводники и ветераны подводных сил. Действительно, День моряка-подводника – это особый праздник в военно-морском флоте Российской Федерации. Мы в этот день поздравляем тех людей, которые выбрали настоящую мужскую работу. Те, кто службу на подводных лодках считает своей судьбой, религией и смыслом жизни. В 2017 году исполняется 111 лет подводным силам военно-морского флота России. Принято считать, что сами цифры или их совокупность могут иметь определенное смысловое значение. И цифра 111 действительно имеет это значение. Она символизирует надежность, смелость и мужество. Это все те качества, которые действительно присущи нашим подводникам. От подводников, которые участвовали в Первой мировой войне, от героев-подводников Великой Отечественной войны, тех, кто формировал ракетно-ядерный щит Советского Союза, тех, кто ходил на Северный полюс на атомных подводных лодках. Те, кто участвовал в холодной войне 70-х, 80-х годов. Сложнейшие времена. И, конечно же, необходимо сегодня поздравить тех людей, которые служат в действующем флоте.
которые сегодня находятся в море, на берегу, те, которые действительно достойно продолжают традиции отцов и дедов. Можно долго перечислять фамилии наших известнейших подводников. Я думаю, что их история, история каждого из них, это отдельная страница нашей великой страны. Необходимо отметить, что этот год, 2017 год, является особым годом. В этом году мы получаем, закладываем две дизель-электрические подводные лодки. Они будут называться «Волхов». Для санкт-петербургцев это, наверное, интересно. И «Можайск». В этом году мы спускаем на воду очередную многоцелевую атомную подводную лодку типа «Ясень», «Казань». В этом году мы закладываем подводную лодку такого же класса на «Севмаше». В этом же году мы спускаем на воду ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей». Я хотел бы сегодня выразить слова глубокой благодарности нашим ученым, нашим корабелам, нашим инженерам. Действительно, только великая морская держава может строить такие корабли, какие строит Россия. Это касается и ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, это касается и дизель-электрических подводных лодок. Это однозначно будет касаться и подводных лодок пятого поколения, которые мы начали формировать. Хочу сказать добрые слова в адрес родных и близких подводников, потому что действительно то, что они служат в достаточно непростых условиях, это ваша громадная заслуга. И хотел бы закончить свое выступление словами прекрасного русского писателя-мариниста Константина Станюковича. В море нельзя криводушничать. Море и океане нужно иметь смелую душу и чистую совесть. Об этом знает каждый подводник. Давайте об этом теперь будем знать и мы. Я еще раз хочу поздравить всех подводников, ветеранов подводных сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов, инженеров, ученых, кораблестроителей, всех родных и близких, всех, кто находится в этом зале, всех, кто будет сегодня выступать для подводников с этим прекрасным национальным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия и 7 футов под килем. Спасибо. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Николаевич Говорунов. Уважаемый Владимир Иванович, дорогие друзья, добрый вечер. Очень приятно, что сегодня вновь в этом зале собрались подводники, ветераны, корабелы. Приятно видеть много очаровательных женщин, матерей, жен, дочерей наших прославленных моряков, моряков-подводников. Уже более 10 лет существует в нашем городе замечательная традиция, когда День подводника мы отмечаем здесь, в стенах нашей филармонии. И сегодня у нас двойной праздник. Мы отмечаем 111 лет подводному флоту России. И еще 60 лет назад, уже в далеком 1957 году, на воду была спущена первая атомная подводная лодка «Ленинский комсомол». Тогда еще наш прославленный «Малахит» был разработчиком этого проекта. За 111 лет Россия сделала по-настоящему прорыв в освоении, скажем так, гидрокосмоса. Была создана такая подводно-техническая цивилизация, военная подводная индустрия, которая обладает уникальным масштабом и, конечно, уникальными возможностями. Наши современные подводные корабли
погружаются на огромные глубины Мирового океана. Они взламывают толщи векового льда в Арктике. Они способны поразить цель на очень большие расстояния. Поставлены многочисленные мировые рекорды и по длительности плавания, и по автономности наших походов. И все это наш подводный флот, наша гордость, ядерный щит и во многом гарант обеспечения нашей национальной безопасности. Мне кажется, что сегодня будет уместно вспомнить, что моряки-подводники вписали золотыми буквами героические подвиги в нашу летопись в период Великой Отечественной войны. Мы помним, что профессионализм моряков-подводников во многом определил судьбу мира в Карибском кризисе и многое-многое другое. И сегодня мы, конечно, гордимся тем, что современные моряки-подводники с гордостью и честью несут свою боевую вахту и продолжают дело своих предшественников. Санкт-Петербург – город с морской судьбой, с морской душой. Именно в нашем городе была спущена на воду первая боевая подлодка «Дельфин», и ее изготовлял еще тогда Балтийский завод. Именно наши прославленные судостроительные предприятия за этот период спустили на воду более 300 подводных лодок и до настоящего времени поставляют подводному флоту современные субмарины. Это по-настоящему здорово. И еще я хочу сказать, что научная и конструкторская мысль наших конструкторских бюро «Рубина», «Малахита» во многом опережает эту самую мысль в мировом калибростроении. Именно в наш город является кузницей кадров, и на сегодняшний день в экипажах многих подводных лодок служат наши выпускники, выпускники наших военно-морских вузов. Дорогие друзья, несколько лет назад мне на подводной лодке на Северном флоте удалось испить забортной воды и прошел некий ритуал посвящения в подводники. Я понимаю, что это некое шутливое мероприятие, мне не приходилось ходить в дальние морские походы, но даже через это я горжусь некой причастностью к великому братству, подводному братству. Я хочу сказать, что моряк-подводник – это судьба, это религия. И, наверное, прочный корпус субмарины воспитывает и кует именно такой же прочный характер. И на сегодняшний день моряк-подводник – это честь, это гордость нашей России. И слово сочетание «служу отчизне» для моряка-подводника – это не просто ритуальные слова, это смысл жизни, это истинное внутреннее убеждение. И мне очень приятно сегодня от имени правительства Санкт-Петербурга и губернатора города поздравить всех моряков, наших корабелок с профессиональным праздником. Я от души хочу сказать огромное спасибо за ваш ратный труд, за верность своей профессии, за любовь к морю. Я хочу пожелать вам крепкого флотского здоровья. Я хочу пожелать морякам, чтобы количество погружений обязательно соответствовало количеству всплытий и обязательно с победой. Я хочу пожелать всем счастья и мира вам и вашим семьям. Спасибо, товарищ. Слово предоставляется главнокомандующему военно-морским флотом в период 2012-2016 года главному советнику Объединенной судостроительной корпорации адмиралу Виктору Викторовичу Черкову. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые наши ветераны, адмиралы, офицеры, матросы и, конечно, курсанты, которые в этом зале находятся, милые наши дамы. Сегодня мы отмечаем 111 лет со дня образования подводного флота России. И вот уже в 11-й раз собираемся в этом прекрасном зале и слушаем наш оркестр военно-морского флота России. Я хотел бы сегодня поздравить всех вас с этим удивительным праздником, праздником людей, талантом которых, мужеством, стойкостью создавались и продолжают создаваться подводные лодки России. Непростое это дело строить подводный флот России. Непростое дело его эксплуатировать правильно и грамотно.
На протяжении всей своей истории подводники показали и доказали всему миру, насколько они грамотны, стойко, мужественно выполняют свой воинский долг. И я уверен, что будущее поколение военных моряков, которое сегодня обучается в стенах училищ, офицеры в академии, безусловно, будут продолжать те славные боевые традиции, которые заложили наши с вами деды, прадеды, ну и, конечно, те люди, которые сегодня находятся в этом зале. И мне хочется поприветствовать всех ветеранов, те, которые стояли у истоков создания подводного флота, и конструкторы, ученые, и люди, которые стояли у станка, изготавливая те или иные детали, сварщики, которые варили прочный корпус, и, конечно, офицеры и матросы, которые испытывали новые корабли подводного флота. Мы сегодня в Военно-морской академии сделали очень хорошее дело. Открыта аудитория и названа она в честь выдающегося ученого, академика, генерального конструктора ракетных подводных лодок стратегического назначения Сергея Никитича Ковалева. Я думаю, что в этой аудитории... Спасибо. Перед дверями, которой сделан барельеф выдающегося человека, и когда входишь, его фотография, его прекрасные слова о службе в подводных лодках, и выставлены все макеты подводных лодок, и особенно 667-го проекта, всех модификаций. Это огромное дело. И когда заходят туда уже офицеры, зрелые люди, видя, кто это все создал, я думаю, что это будет очень дорого стоить. И они, конечно, будут все учиться только на отлично. Потому что без хороших, отличных знаний служить в подводном флоте просто невозможно. Еще хочу сказать огромное спасибо всем вам за то, что сегодня мы все вместе с вами продолжаем строить подводный и ракетно-ядерный флот, и неатомный подводный флот. Поступают новые подводные лодки, неатомные. Строятся атомные подводные лодки, ракетоносцы, многоцелевые подводные лодки, создается робототехника. Наряду с этим создается учебно-материально-техническая база для подготовки подводников. И все это руками наших российских, русских людей, включая тех, которые сегодня находятся в этом зале. И только слова огромной благодарности вам, вашим семьям, мужественным женам, детям, ну и, конечно, внукам, у кого уже есть. Хочется сказать, чтобы мы все так с вами продолжали делать во благо одного, во благо нашей великой России, во благо ее могущества, и чтобы ее не только знали, но еще уважали достаточно хорошо. А мы с вами спокойно спали, понимая, что на защите Отечества нашего великого находятся такие замечательные люди, которых мы с вами сегодня воспитываем. Академик Ковалев сказал непростые слова, что нужно по-особенному относиться к командирам подводных лодок, морякам-подводникам, поскольку они находятся постоянно на войне. С праздником вас, дорогие друзья! Под флаг Российской Федерации, флаг Андреевский военно-морского флота России, флаг Санкт-Петербурга, прошу встать. Флаг вынести.